Усаживайтесь поудобнее, ребятушки. Вы находитесь на канале «Князь». Меня зовут Саша. Наливайте орешки в пельмени, заваривайте молоко. И пошли ролить, ёпта, ставь лайк или дизлайк, и не забывай долбануть по колокольчику, у вас очень много кто писанулся на уведомления, огромнейшее спасибо всем за поддержку, за ваши комментарии, там вот за все ваше, вот, и за мое, и за ваше, и за спонсорские подписки, ребят, поддержка ваша нужна как никогда, если вы смотрите данное видео, то сейчас, скорее всего, проходит фан-стрим, на котором будет я, Руслан Кудрин и даже Тима Фадеев. Пишите в комментариях, кто помнит, кто это вообще такой. По субботам у нас будут фан-стримы. Буду пытаться взять кого-нибудь там в гости, пригласить. Но сейчас я нахожусь на аккаунте игрока под ником Пиксель. Молодой аккаунт. 167 тысяч силы. Маленький еще такой, знаете. Этот аккаунт еще жизни не повидал, друзья. Еще совсем молодой аккаунтик. Так, день замковладельц. Подожди, сколько здесь? 130 тысяч самоцветов. 130 тысяч самоцветов, 50, и это, смотрите, 80 тысяч накоплены, вы понимаете, вы вообще понимаете, о чем я сейчас говорю, недостающие герои, мастер рун, дальше, кровавая Мэри донатная, вы можете на заднем фоне слышать, кстати, моя дочка, любит побегать и покричать, механоид альфа, зефирика, понятно, Тессы не хватает, Седна Командора, Дуэлянт донатный, Полярный Лис, Бледи Божество, это донатное, Профессор Рибит, понятно, Разрушитель, понятно, Пепельная Матрона, Барт, Ведьма, Хладный Призрак, Дама Холода, Скиталец, Капитан Рогатка, Череп, Бугимен. Ну, как бы, слушай, ну, мне кажется, такой сложный, потому что, ну, хотя там, да, есть, конечно, герои беспонтовые, которые недостающие только для коллекции, а есть... Элина, ну хватит кричать уже! Папа видео записывает! Я все равно... А, они там с мамой в догонялки играют. Ну, ребят, прошу... прошу извинить. Опа, тут еще 8 донатных... Жесть. Еще раз. Жесть. Слушай, а вот это открывать можно? Тут сем... Ну, он сказал, роль все. Ну, короче, ролим все. Ролим все. Ну да, да они там с мамой. Папа видео. Ну, а чё папа там видео записывает? Побегаем по всей квартире в догонялки поиграем. Ну, а чё? Так, полетели ролить, когда мы все поролим. Ёб твою. Оккультист! Я не знаю, он был недостающий или нет, но мы его выбили. Слушай, и сразу упал редкий герой в самом начале. Это, наверное, хороший знак. Ну и да, пооткрываем места на склад. Что ж тут поделать, самоцветов там много. Фея. А, Командора, вот недостающая, это точно. Идем дальше. Палач, панда-разрушитель, циклоп, князь, тыква. Не останавливаемся, сукуп. Вообще, я хотел быстрое видео записать. Ниндзя. Кэнди. Давай, десятку паролим так, стандартно, а десятку... Атлантикор. А десятку будем ролить, короче, по 1200, потому что там получается, ну, со скидкой, да, грубо говоря, Бигфут. То есть, ну, грубо говоря, получается выгодней. Ну, давай попробуем. Так, нанять, найм 10 героев, видишь, 1200, ну, давай. Слушай, а что там с местами на склад, я не понимаю, что их там нету? А, ну да. Ладно, давай тогда освободим места, как только это возможно. Ну, вот эти вот карты откроем. Ну, они что, они ни о чем. Как бы тут особо ждать от них нечего, ребята. Особо ждать от них нечего. Сейчас мы освобождаем места. Так. Этих 18. Окей. Так, ну, здесь что-то выпадет нужно. Нет, ничего не выпало, кстати. Сейчас освободим кучу, целую мест. Так, ага. Это нет, не получится. Давай вот эту штуку откроем тоже. Слушай, ну, правда, я сейчас, конечно, ништяки открываю. Больше мест не становится. Ну, как бы норм. Ты лайк, надеюсь, ты поставил. Ты лайк, надеюсь, поставил, а? Лайк ты поставил? Лайк!
Так, это у нас 8 уровня эмблемы. Так, вот сейчас вроде места начали, как бы, ну, количество свободных мест начало увеличиваться. Сейчас уменьшаться. Да, ну, как бы надо, надо будет тут немножко, ребят, подчистить. Давай тоже же. А, тут, видишь, недостаточно места, чтобы открыть. Это мы можем открыть. Окей. Это мы тоже можем открыть. И, грубо говоря, вот... О, 10 уровня эмблемы. Две ремки 10 упали. Ну, как бы такое. Так, тут мы тоже открыли. Это мы оставляем на потом. Открываем питомцев. Так, сейчас у нас 10 мест свободно на складе. Сольем героев. Сейчас еще посмотрим какие-то ресурсики. И будем, короче, гнать. Гнать и не останавливаться. Так, это мы открыли. Это мы сейчас тоже, ребята, открыли. Так, а давай, короче, все открываем. Вот сейчас будет мясо. Сейчас будет интересно. Это тоже открываем. Место, конечно, на складе займет, но что поделать. Так, дальше. Вот от этого избавляемся. Я вас научу, как правильно чистить места на складе, друзья. Так, это тоже открываем. Ну, эти топорики можно было бы слить уже давно. Так, слушай, а дальше-то тут особо и нечем места освободить. Ну, да, то есть там синих, зеленых героев, если только. Ну, и эмблемы, эти руны в эмблемы переводить. Ладно, такое, давай тут пару раз точно откроем. Чтоб уж наверняка хватило. А... ненужных синих героев кого-то сольем. Ну, вот, допустим, здесь космо, я так понимаю, не, вообще не прокачан. Так, смотри, оп, зеленые герои пошли. Нормально. А потом в конце, или может быть в середине, не знаю, откроем уже крутые эти донатные карточки. Так. Окей. Так. И вот это тоже сливаем. Ну что, сколько у нас мест свободно? 287 из 325. Ну что, полетели, давай за 1200 паролем. Посмотрим, откуда вообще падает больше. Ну типа, посом... Ой, череп упал. Фея упала. Череп упал. Варлок упал. Студенистый рыцарь упал. Бугимен упал. Кстати, бугимен недостающий. Смерть упала. Кэнди упала. Ниндзя, давай, мастер рун. Одержимый. Воу. Оккультист, он уже падал. Хранитель. Заклинательница. Рыцарь тьмы. Еще раз бугимен. Князь тыква. Капитан Дрейк. Асура. Хладный призрак недостающий. Седна недостающая. Вот уже что-то пошло, кстати. Хранитель, который распадает. Профессор Риббит. Кстати, он вроде был недостающий, если не ошибаюсь. Ворожей. Дракос. Кэнди. Ну, что-то по кругу пошли. Давай так, конечно. Так дороже получается. Но, может быть, сейчас мы что-нибудь высунем. Свален. Сердцеедка. Да, видишь, тут уже какие-то другие герои падают. Ну, Зила. Рыцарь. Призрачный всадник, палач, малышник, фея. Давай! Так, подожди, ладно, стой. Еще раз зайдем, проверим. Смотри. Что у нас получается? Мастера рун надо выбить? Надо. Кровавая Мэри, это донатная. Зефирик донатный, альфа донатный. Командору Седну выбили, дуэлянт донатный, Леди Божество, Полярный Лист донатный, Профессора Риббита мы вот выбили, да, если я сейчас не ошибаюсь, Разрушитель донатный, Пепельную Матрону надо, Бард донатный, Ведьмы не хватает, странно, Хладный Призрак мы выбили, Дамы Холода еще не выбили, Капитан Рогатка, Череп, Бугимена выбили, ну, как бы вроде хорошо идем, но каких-то супер редких новых героев, да, мы еще не выбивали, Смерть, Капитан Дрейк. Шаман, Купидон, подожди, а скидки, интересно, есть? Скидки, вербовщик героев есть. Давай. Капитан Рогатка, кстати, да, вроде недостающая.
Так, и сейчас у нас закончится скидка, потому что они беспонтовые, если бы они еще, знаешь, действовали какое-то определенное время, а не количество попыток. Или количество попыток было бы побольше. Леди Лео, дай до 60 тысяч мы так ролим, а потом идем за 1,5 косаря ролить. Ну, за 1200, потому что, ну, типа, так выгоднее. Рина. Так, мастер рун, давай, мастер рун, мастер рун, мастер рун. Мастер рун. О, у меня тут наклевывается второй роллинг. Пять минут, подожди. Так. Ну что, пошли за 1500 ролить. Ну, 1200. Там же скидончики все. Так, давай. Профессор Риббит. Дама холода, недостающая, дамы и господа. Князь тыква. Не, ну слушай, давай уже все остальное ролим за 1200. Нам как бы и хватит, и Махатма. Давай, может, и выпадет мастер рун какой-нибудь. Пепельная Матрона там. Душегуб. Гаргул. Скиталец. Он есть на аккаунте. Ледяной феникс выпал. Череп уже который раз выпадает. Химера. Давай что-то новенькое, свеженькое, дружище. Нет, пока не дает. Остается 30, чуть больше 30 тысяч самоцветов. Афина. Бог грома, Купидон, Паладин, Сердцеедка, ну, сразу 4 леги выпало. Призрачный всадник, еще раз падает, Ворожей, Паладин, Призрачный всадник, Варлок, Хранитель, Фараон, Королева Ост. 14 тысяч самов остается, друзья. Давай уже, а? Давай! Мастера рун, я за все время мастера рун только один раз выбил. Где он, ёпта? Чё он такой редкий-то? Фрея. Анубиса даже выбили. Просто накидывает разных абсолютно героев. Ну а толку, блин, от этого? Сука. Ладно. Не, ну мы как бы выбили много недостающих, но хотелось бы больше, всё-таки сумма была огромнящая. Так, давай еще раз удостоверимся в том, какие нам донатные теперь герои нужны. Так, смотри. Мастера рун мы там не выбьем, к сожалению. Кровавая Мэри, раз. Ну, Зефирика там вроде тоже нету, да? Механоид Альфа тоже нету. Дуэлянт 2. Ну, дуэлянт по-любому упадет. Леди Божество, Полярный Лис. И как бы Бард. Дама холода, окей. Даму холода и этого, и Хладного принца тоже выбили. Ну чё, ну давай, откроем эти 8 карт! 8 карт! Так, ваши подарки, давай по одной. Ну вот реально, если сейчас 8 дуэлянтов, я охерею, давай. Раз. Вау! 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 Это прям вообще... Я ж даже себя увеличу, ребята. Это я в первый раз из этих карт я выбил хоть что-то. Ну, то есть, помимо Барда и Дуэлянта. Воу! Слушай, ну тут хотя бы повезло. Давай дальше. Ну, Дуэлянт. Ну ладно, он недостающий. Сильно бомбить не будем. Вот когда он там дальше полетит, то будем бомбить. Давай. Третья карта. И... Чё, не шансы поменяли? А чё теперь? Кровавая Мэри? Фу ты. Ну да, чё она будет теперь постоянно падать? Четвёртая карта. Воу! Бард! Смотри, Бард, Кровавая Мэри и Дуэлянт. Трёх недостающих выбили. Отлично. Давай Полярный Лис. Пожалуйста. Ну, Дуэлянт, походу, сейчас будет падать. Сколько у нас карт осталось? 3, давай. Раз. 2. Бард, ну это тоже логично, он второй по популярности падает. Давай, Леди Божество, там, не знаю, Полярный Лис, но... Сука. Ну, жаловаться тут трудно, потому что я реально предполагал и думал, что типа даст 7 дуэлянтов и одного Барда, если повезет. А так нам даже выпало 3 недостающих. Короче, вы в комментариях оцениваете все это дело, пишите, как вам понравилось, не понравилось. Я буду на этом заканчивать. Огромнейшее спасибо игроку под ником Пиксель за то, что предоставил аккаунт свой.
Вот, большущее реально спасибо. И, кстати говоря, не забываем вступать в гильдию Smart. Вот, как бы требуются, ребятушки, игроки. Вот, пиксель тут, все тут. Вот, атака фартов 20:00, все будет хорошо. Всем удачи и пока, друзья.